Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Сегодня готовим праздничный слоеный салат из курицы. Для начала нужно замариновать одну луковицу. Для этого нарезаем ее тонкими полукольцами. Добавляем 1/4 столовой ложки соли, 1 столовую ложку сахара, 2 столовые ложки 9% уксуса. Заливаем теплой водой, перемешиваем, чтобы растворились соль и сахар, и маринуем 20-30 минут. Нарезаем одно отварное куриное филе. Филе после закипания варим 20-25 минут с добавлением соли, лаврового листа и душистого перца. Кладем филе в блюдо и хорошо смазываем первый слой майонезом. Второй слой — маринованный лук. Третий слой – 2 отварные морковки, натираем на крупной терке. Сеточка из майонеза, так салат будет более воздушным. Четвертый слой – 3 яйца, натертые на мелкой терке. Около 100 грамм вяленого чернослива разрезаем на 2,4 части. Украшаем им салат вместе с грецким орехом. Орех заранее нужно подсушить в духовке или поджарить на сухой сковороде. Даем пропитаться 2-3 часа. На моем канале будет очень много праздничных салатов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем приятного аппетита и до новых встреч!